Родители думали, что увлечение дочери закончится после первого же соревнования. Вышло иначе. Уже около 2 лет Диана занимается тайским боксом. Постоянные тренировки, участие в открытых рингах. Все для того, чтобы улучшить свою технику. Как-то обманывает. Допустим, ты хочешь ударить ногой, но бьешь рукой. Иногда бывает так, что надо это делать быстрее, но у тебя получается это медленно, и соперник уже видит и поэтому как-то защищается. Наград у спортсменки накопилось немало, но участие в Кубке Содружества стало серьезным испытанием. Чем выше турнир, тем сильнее конкуренция. Стать первой помешало волнение, говорит девочка. Из 2 боев Диана выиграла 1. Надо было двигаться, а я не двигалась. Наверное, от нехватки опыта. И просто обычно соперница одинакового роста, а тут вышла выше меня намного и как-то стала не по себе, не растерялась. Тренер девочки считает, что серебро всероссийского турнира – большое достижение. Это очень высокий результат. В принципе, для эскетима это очень высокий результат, потому что на данный момент у нас никто не становился вторым на всероссийском турнире. Поэтому это еще был при том же Кубок Содружества с корректировкой на первенство мира. Если бы мы выиграли, да, мы бы попали в сборную России и поехали на первенство мира, но, к сожалению, не случилось. Сейчас спортсменка проводит работу над ошибками, а в следующем году, говорит Диана, она обязательно улучшит свой результат на всероссийском турнире.